как эта работа делается? Для того, чтобы загнуть полос или обод для колеса, надо береза, чтобы была присядистая. Не то, чтобы была высокая, когда красивая, вот. Где-то на межичке так, в стороне она должна быть. Когда в соку береза уже, она хуже гнется. А когда вот до соку срубленная береза, она меньше ломается как-то, меньше ее жучит. Ну и когда загнем все это, дальше надо его просушить. В мае или в апреле загнули, то все лето оно у нас сохнет, этот материал. И осенью мы уже начинаем, в зиму начинаем делать сани. Сани, кашовки делаем. Ну, сейчас причина-то что? Вот сейчас никто этим делом не хочет заниматься, вот что. Мне уже на восьмой десяток пошел, я уже старый, а молодежь, никто не хочет этим делом заниматься. И вот оно как-то постепенно все отмирает, отмирает. А наша деревня была специализирована вся вот на этом производстве. Ну и отец мой тоже был хороший подеревщик. И я считаю, что вот лет с 12 я уже с отцом работал. Ну и так вот колоевой я научился этому делу. Я полюбил эту работу просто. Полюбил эту работу. Ну, время шло, потом стала коллективизация. В 17-летнем я уже стал трактористом. Помощника бригадира меня взяли в армию уже. Кадровые служить. С армии пришел в свой колхоз, где я ни одного дня не был, кроме своего колхоза, за свою жизнь. В 41-м году война началась. Но когда пришли после войны домой, хозяйство разрушено все, ездить не на чем было. Вот. У нас организовали, значит, здесь, опять же, эту подеревную мастерскую. Делать колеса, сани. В конце 46-го года меня поставили бригадиром тракторной бригады. И, значит, я проработал по 57-й год. За чего, значит, мне правительство наградило орденом Трудового Красного Знамени. За мою работу меня пошел на заслуженный отдых, на пенсию. Ну, чтоб не сидеть, не сложа руку, я дома открыл вот это опять же производство свое, подеревное, потому что я его любил, люблю. А то вот я совсем откажусь, и сюда совсем лопатина некому будет сделать колеса. Вот. Собственно говоря, любил любую работу. То есть я на какую работу стал, я должен ее выполнять, и как-то она мне отдавал все, собственно говоря, что мог. Жизнь большая прожить.